Маша предназначена в первую очередь, конечно же, для отработки такого важного навыка, как оказание сердечно-легочной реанимации. То, чем должен владеть каждый медработник в совершенстве. Это мультидисциплинарный класс. Он с точностью имитирует кабинет врача общей практики или ультразвуковой диагностики, а также педиатра. Маша постоянно его пациент. Ей можно установить катетер, сделать укол и не только. Ее можно интубировать, ей можно проводить все возможные манипуляции, установки катетеров, забор крови, подкожные, внутримышечные инъекции. Можно все. Рожает она тоже. В новом учебном центре Одинцовской областной больницы есть не только Маша. Соседнее помещение – учебный класс для неонатологов, педиатров и детских медсестер. Работа эта командная, соответственно, один стоит на дыхании, да, а другой стоит на сердцебиении, на компрессии. Кроме того, кабинет психологических консультаций и телементор. Таких учебных центров на базе областных больниц в регионе больше нет. Учиться здесь смогут не только уже работающие медики, но и студенты, и даже школьники. Заключаем договора с соглашения с колледжами, с кадетским корпусом, с школами, в которых есть медицинские классы, и детки тоже будут здесь проходить обучение. Открыть центр удалось при поддержке главы округа Андрея Иванова и депутата Нины Гинтовой. У медиков планов уже много. Сначала дооснастить оборудованием. Площадь помещения позволяет это сделать. И уже потом поменять статус центра с учебного на научно-учебный. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».